Мир наступит тогда, когда Россия покается. Если Россия погибнет вообще в принципе, я лично роптать не буду. Ее лишить военного превосходства, и чтобы высохла нефть и испарился газ. Тогда, может быть, этот злобный аппендикс от Советского Союза безопасный, на уровне конфедерации, разрезанный на небольшие области, так, чтобы никогда снова не возник сильный центр. Вот чем скорее возникнут такие обстоятельства, тем лучше. Спасение только в одном направлении. Россия должна встать на колени, она должна просить прощения.